Урматтуу салык төлөөчүлөр, мамлекеттик салык кызматы эскертет. Ушул жылдын 1 сентябрына чейин автоунаа салыгын, 2 сентябрга чейин турак үйлөргө жана батирлерге салыкты жана жер салыгын төлөө зарыл. Унаа салыгы төлөнгөндөн кийин жана маалымат баракчаларда тапшырылган учурда атайын чапталма берилет. Салыкты өз учурунда төлөбөгөндөргө 2000 сом административдик айып салынат. Бардык маалыматты 194 номурунан жана STI.gov.kg сайтынан билсеңиздер болот. Уважаемые налогоплательщики, налоговая служба напоминает, что до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство. До 2 сентября налог на жилые дома, квартиры и земельный налог за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки. После уплаты налога на движимое имущество 4 группы, управление будет выдаваться специальная наклейка «Бланк строгой отчетности», которая размещается в правом нижнем углу ветрового стекла. В случае несвоевременного предоставления информационного расчета и единой налоговой декларации будет применен административный штраф в размере 2000 сом. Более подробную информацию можно получить по телефону 194 и на сайте www.sti.gov.kg. Это программа «Потенциал». Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня начинаем программу «Потенциал». И сегодняшняя наша программа посвящена теме уплаты налога на движимое и недвижимое имущество, а также земельный налог. Но более подробно, в каких категориях это касается, сегодня нам расскажет начальник управления мониторинга доходов, управления мониторинга налогов и платежей Государственной налоговой службы Кыргызской Республики, господин Нусупов Мукай Куралбекович. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Ну, вкратце о вашем отделе. Чем занимается управление мониторинга налогов и платежей? Спасибо. Ну, во-первых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Пользуясь случаем, я хотел бы вкратце вас проинформировать о деятельности нашего управления, о функциях и о видах вот этих местных налогов. Ну, наше управление, управление мониторинга налогов и платежей, в частности, занимается вот администрированием местных налогов, предоставлением деклараций и проводим отраслевой мониторинг по субъектам. Это вкратце наша функция нашего управления. Замечательно. В этом году идет очень активная информационная кампания, ну, как и в прошлых годах. Но в этом году для нас, для радиостанции «Манас», очень особенно, потому что письмо о том, чтобы мы разместили вот ролик о своевременной уплате на недвижимое, движимое имущество и плюс земельный налог. Вот до 1 сентября и до 2 сентября поступило письмо как от Свердловской налоговой службы, потом нам позвонили с Ленинской налоговой службы, потом Государственная налоговая служба. Очень активная работа идет. Скажем так, что это за налоги? На какие категории они подразделяются? Вот давайте начнем с этого поэтапно. Ну, я вкратце сначала хотел бы сказать, что наш бюджет, бюджет страны состоит из двух: республиканский и местный бюджет. Вот как раз, в частности, вот эти налоги, о которых мы будем с вами сегодня говорить, это формирует доход местного бюджета. То есть они поступают в распоряжение местных бюджетов, органов местного самоуправления, и идут на развитие, на покрытие разных потребностей именно местного бюджета. То есть это прямой налог, который идет на развитие того региона, где платится налог. У нас одним из видов местных налогов является налог на имущество и земельный налог. Это относится к категории местных налогов. И значит, налог на имущество у нас подразделяется, плательщиками у нас налога на имущество являются юридические и физические лица, у которых в собственности находится зарегистрировано на территории Кыргызской Республики имущество. Или имущество, приобретенное в рамках финансовой аренды, лизинга, ипотечного кредитования, которое зарегистрировано в установленном порядке и находится на территории Кыргызской Республики. Значит, кроме того, у нас государственные органы местного самоуправления, бюджетные, так скажем, организации, не являются плательщиками налога на имущество. Но в то же время та часть имущества, которая передается ими в доверительное управление, то есть, проще говоря, в аренду, коммерческим структурам, хозрасчетным предприятиям, оно будет являться, подлежит обложению. В частности, у нас налог на имущество делится на 4 группы. К первой группе относятся жилые дома, квартиры, предназначенные для дачных дома, предназначенные для постоянного или временного проживания, и которые не используются для осуществления предпринимательской деятельности.
Ко второй группе у нас относятся жилые дома, квартиры, пансионат, то есть все строения, которые используются для осуществления предпринимательской деятельности. К третьей группе у нас относятся налога на имущество, это временные помещения, металлические конструкции. Ну, проще говоря, это вот эти ларьки наши, контейнера, которые на рынках находятся, это относится к третьей группе налога на имущество. И четвертая группа – это транспортные средства, включая самоходные машины и механизмы. Значит, налоговой базой у нас для первой, второй, третьей групп, это в основном, которые относятся к недвижимому имуществу, это, значит, является от общей площади берется. А для объектов четвертой группы, это то есть транспортные средства, это объем, рабочий объем двигателя или его балансовая стоимость. Значит, он платится один раз в год, и налоговым периодом является один календарный год у нас налога на имущество. Принцип исчисления, при исчислении вот этого налога на имущество у нас применяются различные коэффициенты. То есть, чтобы определить сумму налога, применяется, то есть берется, скажем так, проще говоря, налогооблагаемая стоимость, умножается там площадь одного квадратного метра, налогооблагаемая стоимость одного квадратного метра, общая площадь, и у нас есть коэффициент, региональный коэффициент. То есть, понимаете, региональный коэффициент, например, тоже имущество, скажем, здесь в городе Бишкеке, где-то в отдаленных районах, оно разное и по сути, и по этому. Поэтому это применяется, в зависимости от регионов, у нас применяются региональные коэффициенты. Кроме того, у нас применяются зональные коэффициенты. То есть, опять же, я на примере могу сказать, вот города Бишкек, есть районы, где наиболее насыщенные, то есть центр, где-то около рынка, а есть отдаленные, скажем, округ. То есть здесь тоже идет пропорциональное деление, то есть там, где более насыщенно, там эта ставка, зональный коэффициент выше, а там, где отдаленно, оно меньше. И применяется отраслевой коэффициент. То есть отраслевой коэффициент, это, значит, в основном оно применяется для второй, третьей группы, то есть, которые используют для предпринимательской деятельности. Например, скажем, парикмахерская, салон, или баня, или, скажем, автомойка. То есть для каждой категории объектов, подлежащих обложению, у нас применяются определенные коэффициенты. Кроме того, при обложении, при исчислении налога на имущество, в частности, по недвижимому, в частности, по домам, то есть берется особенность год постройки, из какого материала они строятся, то есть это кирпич или, скажем, саман, шлакоблок, сейчас в последнее время очень много металлоконструкций пошли, вот панель сейнич, вот это тоже берется обязательно. Значит, срок... Как я вам сказал, кроме того, у нас ставка налога есть по каждому объекту. То есть для объектов первой группы, то есть имущество у нас 0,35% от налогооблагаемой базы. Для второй и третьей группы, это предпринимательская, это 0,8%. И для объектов четвертой группы, для автомашин, там в зависимости, значит, от марки, то есть от машины, легковая машина, грузовая, прицеп, опять же, берется в расчет... Срок использования, год выпуска. Ну, оно варьируется в разное, от 0,90 до 0,80, вот такое разные периоды. Кроме того, у нас, что немаловажно ответить, у нас имеются льготы. Льготы. Вот, для кого? Льготы, скажем, не подлежат у нас по налогу на имущество, не подлежат, скажем, объекты имущества дипломатического представительства, консульских учреждений, международных организаций, с которыми у нас имеются договора и которые вступили в законную силу. Кроме того, у нас по площади имеются льготы. Скажем, это зависит от численности населения, то есть установлен определенный лимит, свыше которого берется. Скажем, для города Бишкек, скажем, вот для квартир, оно исчисляется свыше 80 квадратов выше. То есть, если у вас, например, 104 серии или 106 серии, оно менее 80 квадратов, то здесь оно не облагается. Для частных домов это свыше 150 квадратных метров. То есть, если у вас частный дом менее 150 квадратов, то, опять же, тоже здесь объектом не облагается. И также, в зависимости от регионов, у нас, скажем, в отдаленных регионах эти ставки тоже варьируются. Например, в отдаленных районах, там, скажем, где численность до 5000, скажем, для жилого дома 360 квадратов, для жилого дома, для квартир 290. Практически там оно как бы не облагается у нас налогом. Поэтому это для объектов первой группы. Кроме того, у нас освобождается
объекты имущества инвалидов первой, второй группы, значит, где инвалиды, где общество, количество их составляет более, не менее 50%. Учреждения специализированные, охраны, ГУИН, это тоже у нас освобождается от... Кроме того, у нас освобождается это вот, кто имеет высшую степень отличия, там, Кыргыз Республика, Батыры, Герой социалистического труда, матери-одиночки, инвалиды, вот такие есть. И есть также льготы по транспортному налогу, тоже инвалиды, за которыми числятся вот эти автотранспортные средства, они тоже имеют льготы. При этом у нас местные кенеши в случае, скажем, каких-то форс-мажорных обстоятельств, стихийных бедствий, могут предоставлять льготы. То есть срок до 3 лет представляется полное или частичное освобождение от налога на имущество. Но это, опять же, это все решается комиссионно, просто так оно... Кроме того, у нас очень много, последнее время, вы сами видите, в городе очень много строительства идет, да. Частного строительства. Скажем, по объектам нового строительства или его части, налог на имущество возникает с 1 числа месяца следующего, когда объект принят в эксплуатацию, или со дня его начала использования. То есть, скажем, дом построен, но фактически хозяин там не живет, или хозяин там не определен, то есть оно пока за ним не числится, то здесь объекта обложения нет. С момента его фактического использования оно начинает. В случае, скажем, по объектам второй группы, скажем, где имеется предпринимательская деятельность, тоже в случае имеется льгота, в случае в части его при проведении частичной или полной реконструкции, то есть с момента начала до завершения, то есть имеет тоже определенный льготный период. Поэтому при этом также немаловажно ответить вот, по имуществу первой группы, вот, многоэтажные квартиры, вот, многоэтажные жилые здания, которое сдано в эксплуатацию, как я просто повторяюсь, может быть, но оно не используется, то он фактически не проживает, хозяина нету, то оно начинает начисляться с момента определения хозяина и с момента фактического использования. Вот... Такие частные случаи, например, когда человек покупает квартиру в ипотеку, в данном случае как бы квартира полностью ему не принадлежит, получается же, пока он не выплатит его ипотеку, тогда в этом случае он выплачивает налог? Да, он выплачивает, он уже является, но здесь он ипотечный, это уже кредит, это уже совсем другие обязательства, он частично является его хозяином. Я просто хотел дополнить еще, у нас сроки, сроки уплаты, значит, как бы уже ранее перед нашим выступлением была реклама, вот по первой группе у нас до 1 сентября уже истекает срок уплаты, и по четвертой группе тоже. А по второй и третьей группе, значит, у нас сроки наступают до 20 числа ежемесячно, то есть срок уплаты. Кроме того, у нас налогоплательщики, плательщики налога на имущество ежегодно должны представлять информационные расчеты. Тоже до 1 сентября и 2 сентября? Нет. Значит, по объектам имущества 1, 2, 3 группы, значит, до 1 марта это организации, и до 1 апреля текущего года это физические лица. По 4 группе тоже до 1 марта организации и до 1 апреля физические лица. Почему немаловажно, вот здесь хотел бы отметить, налогоплательщик должен сдать информационный расчет. Вот у нас в последнее время очень много практикуется такая практика, когда налогоплательщик не сдает информационный расчет, а просто идет, платит в банк, причитает всю сумму налогу, сам исчисляет, особенно это вот по транспортному налогу. Понимаете, когда вот эта сумма поступает к нам в бюджет, мы должны зачислить ее, скажем, если бы Иванов сдал информационный расчет, то оно зачислилось по Иванову. А так, если Иванов не сдал информационный расчет, а просто заплатил, вот эта сумма, она будет как бы безвестной. Она будет, как считаться, заплачена, но она безвестная. То есть в дальнейшем, если налогоплательщик захочет, скажем, уточнить свою сумму налога, то это будет проблематично. Конечно, можно будет уточнить по платежному поручению, но это проблематично будет. Поэтому лучше желательно налогоплательщик, когда сдают информационные расчеты, и платят. Кроме того, как вы знаете, у нас в последнее время по автотранспортным средствам очень много лиц, которые ездят по доверенности. Да. Вот, например, у нас к нам очень часто обращаются граждане, вот, у него несколько машин было, он все продал по доверенности, а через какое-то время вот это налоговое обязательство приходит к этому гражданину. Потому что по данным департамента регистрационной службы автомашин, машина чистится за ним.
Поэтому вот здесь надо тоже обязательно, я бы предупредил и как бы в качестве информации довел бы до наших уважаемых налогоплательщиков о том, что лучше будет, если машина будет оформлена на нем, лучше будет, если сдана информационный расчет, и сумма сядет именно по, скажем, любому, по этому. При оплате нами выдается спецнаклейка. Спецнаклейка выдается бесплатно, она крепится в автомашину. У нас ежегодно совместно с органами МВД проводится рейд, и вот этот наклейк уже является оповещением того, что был уплачен налог на имущество четвертой группы. Позвольте уточнить, вот если у человека несколько машин, и он, например, сдает в аренду, например, таксистам, да, в этом случае оплачивает человек, который использует эту машину, например, как такси, либо человек, который владеет этими транспортными средствами? Как я ранее сказал, уже машина числится за тем, кто сдал в аренду. И лучше будет, если будет заплачен от имени владельца. Потому что там данные автомашины, данные по этим зачистятся, скажем, за этим гражданам. Поэтому лучше будет это, чтобы он заплатил. И если владелец этого такси, ну, как транспортного средства, не заплатил, и у таксиста нет наклейки, то, скажем так, штрафные санкции уже применяются к таксисту или к владельцу? К владельцу. К владельцу. Не к таксисту, не к арендатору, а арендодателю будут применяться штрафные санкции. Потому что по данным ГРС, по данным, машина числится за ним. Поэтому здесь. Еще вкратце я хотел бы пару слов сказать, если у вас есть вопрос. По земельному налогу. У нас тоже, как вначале сказал, земельный налог у нас тоже относится к местным налогам. Это тоже сумма, поступающая от уплаты земельного налога, поступает в доход и формирует доход местных бюджетов. И они тоже различаются по категориям, да, у вас? Да, они тоже у нас различаются. Вот у нас как раз перед вами как была реклама, у нас три вида земельных налога. Это налог на приусадебные участки, налог за на земли сельхозназначения и налог на несельхозназначение. Если вкратце остановиться, налог, значит, объектом, плательщиком земельного налога является юридическое или физическое лицо, которое признаваемо собственником земли или землепользователя на основе государственного акта о временном или о праве частной собственности или о временном владении. Вот в тех случаях, когда у нас очень много тоже случается случаев, когда без акта кто-то, скажем, использует какой-то участок земли, просто взял там, поставил, скажем, маленький комок, то здесь мы определяем плательщика земельного налога по фактическому его использованию. То есть даже если, скажем, у него нет регистрации, но он использует какую-то площадь земли, оно подпадает под какую-то категорию. Как я сказал, у нас здесь тоже бюджетные организации, национальные парки, лесные хозяйства, земли государственного фонда, они у нас и другие землепользователи, которые финансируются из бюджета, они тоже у нас имеют освобождение. Но опять же я скажу, за исключением, когда вот эти земли передаются в аренду. Скажем, вот, например, у нас очень много бывает моментов, когда вот земли национального парка, скажем, лесного хозяйства, они передаются сейчас в аренду. Это везде практикуется сейчас. И вот в этом случае, когда часть земли, которая передана в аренду, гектар, два гектара, она подлежит обложению, потому что это уже используется для коммерческих целей. При этом плательщиками у нас будет являться либо арендодатель, то есть сам вот этот национальный парк или лесное хозяйство, или будет плательщиком арендатор. А как уточнить этот момент, кто из них будет плательщиком? Ну здесь, понимаете, в основном у нас по кодексу отражено, что это арендодатель, но если у нас пишется оговорка, если не предусмотрено иное, то есть в договорах обычно... Обычно они говорят, что вот я дал тебе в аренду, ты сам будешь платить аренду мне и земельный налог в соответствующий бюджет. Значит. Если кратко остановиться, то значит, у нас налоговые, значит, к налогообложению подлежат это земли населенных пунктов, природно-лесного фонда, фонда хозяйства, как я уже сказал, вот эти все земли, у которых есть право на частное владение, они являются объектом обложения. Налоговой базой у нас является площадь земельного участка, которая указана в правоудостоверяющем документе. То есть в документе сколько. В случае отсутствия, как я уже повторил, правоудостоверяющего документа, то есть у нас составляется комиссия и проводит обмер земли, фонд, и применяется, становится плательщиком.
У нас также земли делятся, как я сказал, на три категории. Это земли за приусадебные участки, это вот огороды частные в населенных пунктах, земли сельхозназначения, это то есть земли, которые используются для сельского хозяйства. То есть, скажем, оно тоже у нас подразделяется. То есть здесь, опять же, есть базовые ставки. Скажем, пашня орошаемая у нас есть, пашня багарная, сенокосы, пастбище, многолетнее наслаждение. То есть в зависимости от фактического использования права удостоверяющего документа применяются разные ставки земельного налога. К землям не сельхозназначения у нас в основном относятся, это вот, скажем, промышленные организации, скажем, промышленные организации, в основном это встречается в черте, в пределах города, скажем, большие промышленные объекты. К ним это является, они относятся к категориям земли несельхозназначения. Тоже. Здесь, опять же, также у нас применяется при исчислении земельного налога, у нас тоже оно пропорционально. То есть в зависимости от того, скажем, для земель приусадебного участка, для города Бишкек определенная ставка применяется земельного налога на 1 квадратный метр. Для отдаленных, скажем, другая ставка. Соответственно, здесь, так как стоимость земли здесь и выше, скажем, и отдаленных ниже. По землям несельхозназначения и сельскохозяйственного назначения тоже применяются различные ставки. Здесь у нас тоже применяются коэффициенты. То есть, опять же, вот эти же коэффициенты, зональные коэффициенты, то есть в зависимости от зоны. Город Бишкек, отдаленные регионы, горные регионы есть труднодоступные, то есть регионы. И у нас применяется коэффициент коммерческого использования. То есть земля под что конкретно отведена. То есть, например, у нас бывает, когда земли отведены под рынки, у нас сейчас очень много рынков, или, скажем, под определенные, скажем, культурно-развлекательные мероприятия, вот горные лыжи, сейчас вот это все, конкретно, по конкретному факту у нас применяются конкретные коэффициенты вот эти. У нас также, вот, скажем, коэффициент коммерческого использования вот для мини-рынков 75%, в зависимости от площади. Вот. Для предприятия общественного питания другое, скажем, ставка. То есть это тоже, опять же, все пропорционально, и оно варьируется. Кроме того, земельный налог у нас, сроки уплаты земельного налога, как я вам сказал уже, до 1 сентября мы должны уплатить земельный налог с приусадебного участка. И по землям сельскохозяйственного назначения у нас пропорционально идет. Скажем, 20% платится не позднее до 25 апреля, 25% не позднее 25 августа и 50%, 55% до 25 ноября. То есть годовая сумма, вот эта, она начисляется. У нас также, вкратце, если я могу сказать, у нас имеются льготы и освобождения. То есть, как я уже ранее сказал, вот земли заповедников, природных национальных парков, там, земли, нераспределенные земли запасов, вот это все, которое не используется для осуществления предпринимательской деятельности, оно освобождается от земельного налога. Земли кладбищ, скажем, скотопрогонных, скотоостановочных площадей, это тоже у нас освобождается. Земли, скажем, ГУИН, специальных дошкольных учебно-образовательных центров тоже у нас освобождаются. Ну, здесь очень много льгот. Я вот кратко основные остановился. Имеются также льготы по земельному налогу. То есть это, опять же, у нас инвалиды, участники Великой Отечественной войны, участники военных конфликтов в Афганистане, Чернобыльской ликвидации АЭС, лица, достигшие, скажем, пенсионного возраста, члены семей военнослужащих, сотрудников органов, погибших при или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей. Здесь также у нас местные кенеши имеют право предоставления льгот. То есть местные кенеши тоже дано право предоставления льгот в зависимости, скажем, от последствий, какие-то стихийные последствия были, засуха, вот эти моменты были, то от этого у нас тоже предоставляются какие-то льготы. Вот вкратце вот эти два вида налогов я вам вкратце расскажу. Давайте уточним. Вы сказали, что некоторые, ну, бывают случаи, когда люди просто приходят в банк и оплачивают какую-то сумму, там, ну, как они посчитали, налог, например, за транспортное средство. Скажем так,
Если они правильно исчислили, неправильно исчислили, как это можно выяснить потом? Ну, у нас, я же вот ранее сказал, у нас есть формула. Угу. У нас есть специально вот на сайте, есть специальный порядок, как исчисляется налог. Угу. Есть вот 194, колл-центр, там можно тоже. Угу. Есть налоговых органов, у нас сейчас тоже очень много мы практикуем, чтобы помощь все-таки налогоплательщикам оказать помощь. Поэтому здесь особых проблем нету. Проблем посчитать оно, то есть в любой случай, в любой момент, даже если наш налогоплательщик в чем-то затрудняется, можно набрать колл-центр 194, можно зайти на сайт, а если еще более точно, можно пойти в налоговую и там более проконсультироваться и сдать полноценную консультацию. То есть по сравнению, скажем, единой налоговой декларации, то есть нет какой-то определенной формы, которую нужно заполнить и сдать, да, получается? Нет, единая форма есть, я же сказал в начале, вот и по земельному налогу, и по налогу на имущество в начале года, вот они должны сдать информационный расчет. То есть у меня столько-то, скажем, площадь земли, оно относится к категории приусадебной, ой, приусадебной не сдают, а вот земли не сельхозназначение, сельхозназначение, или, скажем, плательщики вот этих групп налога на имущество, они в начале года дают информационный расчет. И хорошо. Примерно говорят, что вот у меня столько-то квадратуры или столько-то участков земли. И на основании этого они исчисляют налоги. Например, люди, освобожденные, скажем, вот от налога, вот как вы сказали, например, там 260 квадратных метров, там в отдаленных регионах, например, если они не обязаны платить этот налог, то есть они могут не сдавать информационный расчет? Конечно, они не сдают. Те, кто льготы, то есть они освобождены, поэтому никакого информационного расчета они не сдают. Ну, например, каждый налогоплательщик, каждый, скажем, житель, он же примерно знает же, сколько его квадратура его дом. При этом мы, например, при исчислении, скажем, и налога на имущество первой группы, и налогов на имущество вот второй группы для осуществления предпринимательской деятельности, мы берем только базу, которая применяется для осуществления предпринимательской деятельности. Mm-hmm. То есть, скажем, например, если вот у меня есть какой-то магазин, а рядом там моя маленькая там раздевалка, там еще сантехнический, то есть оно убирается. Здесь основная площадь, склад, вот это все подлежит обложению. А вот по сравнению с недвижимым имуществом, получается, движимое имущество не подразделяется на категории, которые используются для коммерческих целей и для некоммерческих целей. То есть, например, я человек, который владеет машиной для себя, и человек, который, например, сдает машину там, для того, чтобы там, ее сдавать в аренду, то есть мы платим одинаковые налоги, да, получается? Мы платим одинаковые налоги по транспортному налогу, но человек, который осуществляет предпринимательскую деятельность, он помимо транспортного налога, он должен брать патент или свидетельство соответствующего уровня. Хорошо. Скажем, если человек уплачивает в банк, то есть не приходит в налоговую службу, наклейку он получает все-таки в налоговой службе или в банке? Да, в налоговой службе. Я поэтому же говорю, что сейчас у нас очень многие у нас сейчас в последнее время очень много распространено. Вот, например, информационный расчет у нас можно сдавать и в электронном виде. Mm-hmm. То есть можно сидя у себя, создается личный кабинет налогоплательщика, то зайти в личный кабинет налогоплательщика, конечно, этому надо сначала научиться, но это очень удобная вещь. Но это можно сдавать без электронной подписи? Да, там электронная подача отправляется в налоговую, и там уже сумма уже садится. А при оплате уже, вот, скажем, я, Иванов, сдал информационный расчет, и мне начислили, скажем, 1000 сомов. Mm-hmm. Через какое-то время через банк ко мне приходит, к нам через казначейство приходит сводный реестр о уплаченных суммах. И там написано Иванов. И оно садится в лицевую карточку Иванова. Mm-hmm. А вот те, которые, скажем, минуя, скажем, информационных расчетов, они сдают в банке, это, понимаете, оно не находит, так сказать, вот самого своего плательщика, то есть не садится. Скажем, если я сдал информационный расчет, на меня открыта лицевая карточка. И у меня каждый год начисляется, и каждый год. То есть я в любой момент могу, скажем, если я даже потерял вот этот, скажем, квитанцию об оплате, я могу обратиться в налоговую, и налоговая выдаст, что вот вами в таком-то году уплачена сумма транспортного налога или налога на имущество. Это очень, в принципе, многие как бы стараются избежать там очереди, 5-10, но это очень нужная вещь. Сейчас, когда вот машины покупаются, продаются, сейчас и наши налогоплательщики стали более такие грамотные, и они тоже в первую очередь требуют, вот, а налог уплачен или не уплачен. Понимаете? Потом может через какое-то время он опять прийти к этому покупателю и потребует, вот у тебя, дорогой, оказывается, вот за последние 5-6 лет налог не уплачен, оказывается, а сейчас
я должен буду платить. То есть вот эти моменты, оно тоже потом перерастает в какие-то конфликтные интересы между покупателем и продавцом. А, ну, если по транспортному средству, там, при отсутствии наклейки, там, при рейде МВД, там, может задержать машину, что он не уплатил налог. Да, да. А если человек не уплатил за недвижимое имущество, как тогда вы на задолженность потом? Ну, понимаете, у нас налоговые органы, мы проводим контрольные мероприятия. То есть контрольные мероприятия проводим. У нас есть сотрудник, который содержится за счет местного бюджета, есть управление сотрудников специальных, которые... У нас по карточке лицевого счета это все проверяется, сопоставляется адрес. То есть он же, например, тот же маленький столовый или кафе, он же с собой ее не унесет. Он там, скажем, написано, то по улице Чингиза Айтматова, там дом 5, кафе. Ну, это можно будет по ГРС пробить, это можно пробить по карточке лицевого счета. Я просто могу, ну, как напоминаю, что потом оно начинается процесс уже административного воздействия. То есть штрафы, пеня, вот эти моменты тоже будут возникать. Yeah. Кроме того, для порядка информации я могу, вот, особенно вот у нас в городе и в отдаленных районах сейчас при дворе, во дворе, например, да, очень много сейчас практикуется, скажем, у меня дом 6 соток, я там, скажем, на 2 сотки поставил маленький комок, да, только вот здесь, в этом случае, тоже опять вот эти 2 сотки, которые используются под, скажем, оно уже по другой ставке будет применяться. Ясно. То есть, если, скажем, у него 6 соток было, общие 6 соток, из них 2 сотки это, скажем, комок или что там, парикмахер, или что-то там, магазин, небольшой магазинчик поставил, то здесь 4 сотка земли, оно будет как, платиться как приусадебный участок по первой группе, а вот эти 2, в зависимости от того, там он поставил временную конструкцию по третьей группе, а если он поставил строение, скажем, кирпичный, хороший магазинчик небольшой, то уже по второй группе. То есть вот такие нюансы есть. Оно все у нас... Здесь мы, конечно, очень тесно работаем с другими органами. В частности, по ГРС, очень у нас тесная работа проводится с ГРС по регистрации и автотранспортного средства, и движимых, недвижимого имущества. У нас постоянно поступает информация по объектам, по введенным в эксплуатацию, вот, по новым элитным, новым квартирам, жилищным домам. Земельному агентству, агентствами по землеустройству, с ними тоже проводится работа, в частности, и определяется круг лиц, где оно сдано в аренду, где, то есть, объект есть, обложение. То есть, это уже дальше контрольная функция. То есть, вот, например, до 1 сентября, после 1 сентября, уже, скажем, с 2, с 3 сентября уже начнутся мероприятия вот эти. То есть совместные рейды будут проводиться, будут до этого, мы так и так до этого уже проводим какие-то разъяснительные работы, рекламная кампания идет, как вы заметили. А вот после вот этого срока уже будут начинаться какие-то контрольные функции. И еще как бы частный случай, например, если у человека есть пансионат на Иссык-Куле, но его офис находится в Бишкеке, он будет платить по Иссык-Кульской области налог или он будет платить в Бишкеке? Ну, здесь, видите, у нас, я извиняюсь, я, оказывается, здесь вот этот момент упустил, у нас есть налоговая регистрация, есть учетная регистрация. То есть это в зависимости от того, он может, и, скажем, здесь основной, здесь, скажем, в Ленинском районе или в Свердловском районе зарегистрироваться. В то же время по плательщикам земельного налога, если есть объект имущества, подлежащий обложению, то он может стать, скажем, тот же Иссык-Кульский налоговый по учетной регистрации. И опять же повторяюсь, вот электронную, по электронной форме подачи отчетности он может даже туда не ездить. Понимаете, это надо просто один раз... хорошенько, основательно это все обучиться, обязательно все это пройти. И оно в дальнейшем можно по электронке отправлять и форму отчетности, и платеж, оно само собой по банку уже будет перечисляться. То есть это удобно для налогоплательщиков. Ну, на мой взгляд, у вас очень интересный отдел, это вот отдел мониторинга налогов и платежей. Вот люди все равно платят в последний момент налоги, скажем так, или они все-таки заранее платят? Ну, понимаете, у нас мы скоро, через месяц будем отмечать свою независимость нашего государства. У нас все-таки, конечно, с первыми годами у нас налоговая культура налогоплательщика с каждым годом она повышается. То есть, если раньше, я просто по себе помню, раньше, если налогоплательщик не знал вообще, что такое налоги, то сейчас уже у нас очень активно, налогоплательщик очень активно, очень интересуется своими объектами обложения, ставками, сроками, какими правами они имеют, какие у них есть права, какие есть, то есть с каждым годом налоговая культура
растет. Ну, конечно, здесь и вот средства массовой информации, то есть, в частности, вот такие радио, телеканалы, тоже нам очень большую помощь оказывают, могу сказать. Угу. То есть люди уже начали выплачивать эти налоги, конечно, загодя до последнего срока? Я не скажу, что прям все. Ну, есть большая часть, скажу, оно платит. Но есть и категории, которые все-таки в силу различных обстоятельств, может быть, различные обстоятельства бывают, в силу различных обстоятельств могут в последний момент платить, а может вообще не платить. Ну, такие бывают тоже. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в нашей программе «Дарамет» участвует начальник управления по мониторингу налогов и платежей господин Нусупов Мукай Куралбекович. И к нам поступил на WhatsApp вопрос. Здравствуйте, вопрос Мукаю Нусупова. Живем в сельской местности. Если в семье ребенок с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрены ли льготы по оплате налога на движимое имущество и приусадебный участок? Спасибо, с уважением, Рано. Конечно, хороший вопрос, интересный вопрос. Я же вот вначале сказал же, скажем, по транспортному средству, если транспортное средство принадлежит, скажем, непосредственно самому, скажем, главе семьи, то здесь льгот не предусмотрено. На движимое имущество? На движимое, я же говорю, вот, транспортное средство. Если оно, транспортное средство принадлежит, скажем, главе семьи, и он как бы здоров, полностью, я извиняюсь еще раз, то здесь льгот не предусмотрен. То есть, скажем, вот ветеран, да, ветеран, и на нем числится автотранспортное средство, то он имеет льготу. Инвалид по каким-то критериям, да, на нем числится автомашина, он имеет льготы. А его супруга, если вполне, скажем так, под эти категории не подпадает, то он как бы объектом не будет иметь льготы. А на приусадебный участок, если ребенок... На приусадебный тоже то же самое. Говорю, право удостоверяющий документ. Там же, правда, в удостоверяющем документе в актах не написано, что это Иванов отец, это земля принадлежит Иванову отцу, Иванову сыну. Там же написано Иванову отцу, скажем, например. То есть именно здесь определяется по право удостоверяющему документу. То есть, опять же, надо будет смотреть. Если, например, вот сын, здесь сын сказал же, да? Если ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Ну, во-первых, ребенок, если до 18 лет, он вообще, как бы, у него нету ничего. А если после 18, если на нем зарегистрировано, на ребенке. Ну вот, если в семье есть вот такой ребенок, да, с ограниченными возможностями здоровья, то льготы есть какие-то, вычеты, может быть? Не, льготы по земельным, я еще раз повторяюсь, то есть на ком зарегистрировано. Но здесь, опять же говорю, местные кенеши, скажем, не только по приусадебному участку, скажем, если у него есть земельные наделы, какие-то земли сельхозные, то здесь местные кенеши могут тоже в частном случае рассмотреть. Как бы. Но опять же, это все должно быть комиссионно. То есть, скажем, засуха была, или какие-то у него в силу каких-то природных катаклизмов, или каких-то этих он не смог. То есть здесь местные кенеши имеют право предоставить льготы. Хорошо. Подошло время завершать нашу программу. Дело в том, что уже как бы время уже ограничено. И в заключение вам время и свободный микрофон для того, чтобы вы могли обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, напомнить что-то важное, о чем мы не говорили. Конечно, сейчас так из всех средств массовой информации звучит. Ну, во-первых, я хотел бы сначала начать с приятного. То есть у нас скоро День независимости будет всех. Поздравляю с Днем независимости. Второе, это, конечно, то, что у нас вот после 1 сентября наступают сроки, истекают сроки уплаты налога на имущество 1-4 группы, земельного налога по приусадебным участкам. Я не зря повторил, что эти налоги уходят на формирование местного бюджета. То есть это непосредственно уходит на развитие того или этого региона, округа, где вы платите налоги. Поэтому я бы попросил наших граждан быть более активными, уплатить своевременно налоги. И что я могу в конце сказать? Успехов, процветания, здоровья всем. Ну, я надеюсь, что наши налогоплательщики заранее, своевременно смогут уплатить, потому что эти дни выпадают как раз на праздники.
Спасибо. На выходные. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в программе «Доремит потенциал» у нас участвовал начальник управления по мониторингу налогов и платежей Государственной налоговой службы Кыргызской Республики господин Усупов Мукай Куралбекович. Дело в том, что если у вас возникли вопросы, вот как нам сообщила, например, наша слушательница, да, если такие вопросы есть, то вы можете обратиться по номеру 194, это колл-центр Государственной налоговой службы, и уточнить такие моменты. Потому что, да, вот хотя бы сказали свое заключительное слово, и у меня еще возникает, а если вот так, а если вот так? То есть, конечно, да, есть тысяча различных частных случаев, которые следует подробно разбирать уже по конкретному случаю. Я думаю, что они смогут уже обратиться в налоговую службу могут и получить консультацию. Могут письменно обратиться и письменно даже получить ответ. Я благодарю вас за участие в нашей программе и благодарю пресс-службу Государственной налоговой службы и, в частности, господина Атая за то, что он помог организовать сегодняшнюю передачу. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Радио Манас. Номер телефона прямого эфира 0312-49-27-67 и 0312-49-27-75. Радио Манас. Радио Манас. Я на кислотонике.